Данная комната безопасности была создана по инициативе заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Она прежде всего направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности у деток, которые проходят здесь амбулаторное лечение. Все очень интерактивно, все интересно, и буквально с первого дня дети восприняли данную комнату с большой радостью. Если случился пожар, надо звонить 112.